первой половине 20 века была создана сверхсекретная организация «Энигма», занимающаяся изучением паранормальных явлений. Основной целью организации является поиск ворот в древнюю страну цивилизации ариев – Беловодье. Я чувствую, надо срочно связаться с астрономами. Но уже ночь. Вот что. Давай пойдем, у меня поговорим. А то мы сейчас всех ребят разбудим. Ты мне расскажешь все, что почувствовал. И мы вместе решим, что делать. Хорошо? Я тебя не трону. Ай! Так, ребята, прогулка закончена. Идем обедать. Здоровье. Ну, идите в 8-ю аудиторию, там вас ждут представители ботанического сада, как договаривались. Ой, закрыла! Спасибо! Пожалуйста, беги. Ты чего не ешь, Бориска? Не знаю, чего-то не хочется. У тебя все в порядке? Все в порядке. А когда мы пойдем в обсерваторию? Завтра. Я уже договорился с профессором, он с удовольствием с тобой встретится. А руку лучше покажи доктору. Мало ли кто тебя укусил. Мы встречались с астрономами. Проверили все данные. Нет никакого метеорита. Но он продолжает утверждать, что Земле угрожает смертельная опасность. С момента создания школы для детей Индиго мы ни разу не получали от них ложных заявлений. Странно. А какая у него специализация? Бориска преподносит нам много сюрпризов. Мы пока анализируем его способности, но в общих чертах это воздействие на неодушевленные предметы. Телекинез. Антиципация. Это способность прогнозировать будущее события. Но это только пока первоначальные данные. Сильный ребенок. Поэтому я и предлагаю пригласить его в Энигму. Может быть, специалисты школы чего-то недопонимают в его словах. Хорошо. Привозите. Я соберу совещание. Сегодня? Да. Если его слова подтвердятся, то лучше понять это как можно раньше. Через час жду вас обоих. Спасибо, Вадим Кириллович. Передайте Власову, пусть зайдет ко мне на пару минут.
Володьки-то, как всегда, нет? Ну, как видишь. Так. Ой, здравствуйте, Танечка. Как я рад вас видеть. Вам как обычно, Олег Евгеньевич, или меню принести? Нам, Танечка, как обычно. И не забудьте про нашего друга Владимира. Он сейчас прибудет. Спасибо вам, Танечка. Корзун, я поражаюсь тебе. Тебе не надоедает приставать ко всем официанткам страны и мира? Надоедает. Надоедает, но ничего не могу с собой поделать. Это потому, что мне не хватает женского тепла и ласки. Ну вот, ты же за меня замуж не идешь? Не иду. Вот то ты оно. А может, все-таки еще не вечер? Может, подумаешь? Может, и подумаю. Но не сейчас. Володя! Да что ж такое, а? Как только я собираюсь сделать Савиное предложение, приходит Власов и все портит. Привет. Я тебя непременно на дуэль вызову. На шпагах? На чемоданах. Присылай секундата. Ну что, Бориска, поехали. Попробуй рассказать о том, что ты чувствуешь, очень серьезным людям. Мы едем в Энигму? Давно бы так. Правильно, в Энигму. Откуда ты знаешь? Я много чего знаю. Честное слово. И я хочу, чтобы другие тоже знали. Едем? Едем. Спасибо. Вообще, дети Индиго – это очень интересно. Говорят, что это дети будущего с необыкновенными способностями. Ну, а мы здесь при чем? Притом, Энигма давно занимается изучением их реальных возможностей. Володь, но это работа не нашего отдела. Мы-то же не няньки. Не знаю почему, но старик сказал обязательно присутствовать на совещании и наблюдать за мальчиком, особенно тебе, Аня. Ну, а почему меня? Не знаю, но старик сказал именно так. Это потому что... Ты у нас, наверное, тоже немного индиго. Может, и индиго. Так, ладно, 10 минут. До совещания. Идем? Да, конечно. Да. Все это звучит очень убедительно, Борис. Но мы проверили данные со всех телескопов мира. И никто, слышите, никто не подтверждает движение метеорита. Но я же вам объяснил. Это потому, что он движется со стороны Солнца, из так называемой мертвой зоны. Его невозможно увидеть. Да, это мы знаем. Но ведь нет данных и о моменте вхождения метеорита в мертвую зону. Потому и нет, что он изначально движется со стороны Солнца. Такое уже было однажды. Просто вы не помните. Таких данных не существует. Их не может существовать. Цивилизация атлантов не могла оставить нам записи об этом, потому что погибла именно из-за этого метеорита. Точнее, даже астероида. Атланты до последнего не верили тем, кто сообщал им о приближении метеорита. Фаэтон. Да, так вы все же знаете о нем? Легенды и мифы Древней Греции. Атлантида погибла из-за блуждающей планеты Фаэтон, которая столкнулась с Землей и выпустила огненного змея, сожравшего все континенты. Да, именно из-за Фаэтона случилась глобальная катастрофа. Исчезновение материков и образование новых. Но это всего лишь легенды. Нам никто не поверит, если мы начнем ссылаться на ночные кошмары ребенка, пусть и не совсем обычного, и на легенды. А что думаете вы, Борис? Надо уничтожить этот метеорит на подступах к Земле и встречным ударом сбить его с траектории. У Атлантиды были для этого все возможности, и у нас они тоже есть. Ну, я думаю, все. Хватит, да? Полученной информации достаточно. Сегодня же мы пообщаемся с коллегами и подготовим заявление. Хотя я не думаю, что это заявление кто-либо будет воспринимать всерьез. Спасибо, Борис. Мы вам верим и постараемся сделать все возможное. А вам надо отдохнуть как следует. У нас нет времени. Вы меня понимаете?
Я поняла тебя, Борис. Спасибо. Он не сочиняет. Я только что действительно увидела этот метеорит. У нас правда, у нас нет времени. Я не понимаю, почему мы не должны доверять показаниям приборов? Странные сны какого-то мальчишки. Я склонен верить предсказаниям людей. И даже детей, наделенных необычными способностями. Предсказал же Нострадамус смещение магнитных полюсов. Кто ему поверил? Никто. А оно произошло в точно назначенный день. Он предсказал не смещение полюсов, а затмение, после которого и начнется изменение климата. Да какая разница? Затмение было? Было. Смещение полюсов произошло? Произошло. Вот отсюда и изменение климата. Все как предсказано. Да кто ж Нострадамус? Скорей, скорей. Они не успеют. Пожалуйста, скорей. Пожалуйста. Метеорит, это он! Вышел из мертвой зоны? Так близко? Он изменил траекторию. Интересно, сколько ж ему до Земли оставалось? Посетитель Герман Андреевич. Вадим Кириллович, дорогой, невероятно. Мощнейший сигнал Беловодья. Зона 4.1. Метеорит действительно существует. Он вышел из мертвой зоны, но поменял траекторию. Погоди, погоди, Герман Андреевич, пожалуйста, давай по порядку, я ничего не понимаю. Вот. Данные обсерватории. Метеорит изменил направление и удаляется теперь от Земли. Мы действительно были на грани катастрофы. Похоже, Беловодье спасло нас. Но каким образом? Откуда был сигнал? Зона 4.1. Я туда уже отправил наших. Это наш специнтернат для детей Индиго. Я знаю. Я не знаю, что произошло. Мальчик вчера жаловался на головную боль. А во сколько он потерял сознание, никто не знает. Распишитесь вот здесь. Что это? Это ваше заявление о передаче ребенка по жизненным показаниям в медицинский центр на обследование. Вы думаете, он может умереть? Я не врач. Я только исполняю приказ. Да, Вадим Кириллович, слушаю. Я рядом с мальчиком. Да пока ничего, без сознания. Как приехать, зачем? Он же может прийти в себя с минуты на минуту, и я должен допросить его или хотя бы просканировать мозг. Что значит Савина? Но ведь она... Понял. Слушаю. Предварительно могу сказать одно. Стремительно развивающийся астроциома. Пояснить. Первичная опухоль головного мозга. С очень быстрым развитием.
Еще проще – рак мозга. Но скорость развития… Что-то необычное. Да. С такой скоростью развиваются только вирусные инфекции. Вы что-то можете сделать? Я не знаю. Мне нужны все анализы и медицинская карта из интерната. Ну так поторопитесь. Привет, Ань. Ну что? Привет, Олег. Да в том-то дело, что ничего. Сколько ни пыталась, я так и не могу с ним войти в контакт. Поешь? А? Власов пошел к врачам, а я тебе вот пиццу принес с грибами. Бориска. Что, малыш? Подожди, Ань, может, мы врача позовем? Олег, он сам знает, что ему нужно. Что ты говоришь? Я не понимаю, малыш. Грибы. Я не понимаю. Грибы. Грибы? При чем здесь грибы? Может ли быть опухоль вызвана перенапряжением? Вы же знаете, при каких обстоятельствах все случилось? Теоретически, да. Владимир… Аркадьевич. Простите. Так вот, Владимир Аркадьевич, может быть и от нервного напряжения. Если покопаться, то, как говорится, все болезни от нервов. Но развитие опухоли происходит несколько необычно, слишком стремительно. Такая картина обычно бывает при развитии вирусных инфекций. Но анализы что показывают? То-то и оно, что показывают. Показывают вирус, с которым мы практически не знакомы. Вирион рода вирусов Б. Это овоидные вирионы, имеющие цилиндрическую сердцевину. У них одно латеральное тело. Их двуничатая ДНК имеет в среднем молекулярную массу 140 мегадальтон. Вирус выделен у некоторых видов чешуекрылых и саранчевых. И он описан совсем недавно. Этот вирус поражает насекомых? Совершенно верно. И по данным последних исследований, он не может развиваться в позвоночных и уж тем более не должен поражать людей. Но, тем не менее, он развивается в организме мальчика и, возможно, является причиной опухоли. Вы это хотите сказать? Я ничего не могу утверждать. Я не знаю, потому что это происходит впервые. Ань, ну поешь, поешь чуть-чуть, пока Бориска спит. Да не хочу, Олег, я не голодна, спасибо. Ой. Ну что? Что же он мне хотел сказать, а? Почему он так взволновался при слове «грибы»? Ведь он действительно очнулся только тогда, когда ты мне сказал, что принес пиццу с грибами. Ань, ну я не знаю, может, ему просто захотелось грибочков поесть. У меня, знаешь, у меня в детстве была такая же история. Я когда болел ангиной, мне так захотелось шоколадку съесть. Я начал к матери приставать, дай мне шоколадку. А врачи запрещают, больное горло, сладкое нельзя. Мне казалось, что если я съем кусочек, сразу начну выздоравливать. Съел кусочек и начал выздоравливать. Сила самовнушения. Послушай, Корзун, а может быть, ты действительно прав, а? Может быть, действительно, чтобы ему поправиться, ему нужно поесть каких-нибудь там грибов. Вот, например, животные, они же чисто по наитию находят какие-то целебные травки, чтобы помочь себе выздороветь. Ань, это я просто историю рассказал, а он просто бредил. О чем спорим? Да вот, Анне Петровне кажется, что мальчишка захотел грибочков покушать. Понимаешь, Володь, дело в том, что мальчик за целые сутки произнес только одно слово – грибы. Это уже интересно. При чем здесь грибы? Да вот и мне хотелось бы знать. Вирион Б в организме человека – это сенсация. Так… Прививки, анализы, здоров. Давай-ка еще кофейку, а? Да нет, спасибо.
И все же я предлагаю попробовать, а? Но это же реальный шанс. Но только надо поторопиться, Олег. Ань, я всегда удивлялся твоей способности убеждать меня в самом невероятном. Ладно, вы тут ешьте, а я пойду грибы собирать. Олег, ты только посмотри, сушеные грибы и замороженные. Я уж догадался. Спасибо тебе. Так. Вот оно. Устала? Да не больше вашего с Олегом. Понимаешь, Володь, я целые сутки пытаюсь войти с ним в контакт. Хотя бы на короткое время. Мне кажется, он действительно хочет помочь нам как-то сказать, что его может вылечить. Извини. Да, слушаю. Нет, нет, пока в клинике. Хорошо. Сейчас подойду. Вадим Кириллович, то, что произошло с метеоритом, это необъяснимо вообще ни с какой точки зрения. У нас в руках совершенно беспрецедентный случай. Мальчик явно сумел вступить в контакт с Беловодьем и попросил о помощи. Нам необходимо узнать, как он это сделал. И можем ли мы пользоваться этими силами по необходимости? Герман, я все это прекрасно понимаю. Способность выходить на контакт с Беловодьем – это то, чего все мы пытаемся достичь. Но есть одно веское «но». Какое, Вадим Кириллович? Жизнь мальчика висит на волоске. И я не позволю, чтобы наши эксперименты привели к тому, что этот волосок не выдержит и оборвется. Сначала мы должны спасти Бориску. А потом, если это удастся, пусть поделится с нами своим секретом. Надеюсь, вы согласны. Ну, я так понимаю, Вадим Кириллович, у нас нет другого выхода. Я прошу вас, не мешайте врачам бороться за жизнь мальчика. Бориска, я плохо тебя понимаю. Тебе нужны грибы? Ну какие? Ты думаешь, это лекарство? Ты знаешь, чем ты болен? Малыш, а ты знаешь, почему ты заболел? Малыш. Бориска, что? Что случилось? Да где у них тут кнопка вызова-то, а? Вот, видите, вчера вечером мальчик обратился к медсестре интерната с просьбой смазать ему укус какого-то насекомого. Судя по записи карты, это был кузнечик или что-то типа того. Это неслыханный случай, чтобы заболел человек. Ну, у нас вообще, конечно, ситуация из ряда вон. Я готов поверить во что угодно. С этим я полностью согласен. Вы что предлагаете? Валерий Александрович, у мальчика резкое ухудшение. Попробуйте связаться с профессором Марченко из НИИ микробиологии. У него наверняка больше сведений, чем у меня. А я должен бежать к больному. Спасибо. Ань, ну все равно, сейчас ты там ничего не сделаешь. Поедем, отвезу тебя домой, отдохнешь. А я потом подъеду к Марченко, чем черт не шутит, может, что-то подскажет. Возможно, и правда дело в этом кузнечике. Володь, я поеду с тобой. Это не обязательно, я тебе потом все расскажу. Володь, я сказала, что поеду с тобой, так будет лучше. Thank you.
чего в них роешься? Если надо, так бери еще. Нет, не мешай людям торговать. Да у меня такие уже есть, не в других бы. Других у тебя нет. Каких других? Мухоморов, что ли? Такого товара не держим. За мухоморами ты сам езжай. Ну, может, и мухомор бы подошли, я уж не знаю. Чем мухоморчиками интересуешься? Ну, можно и так сказать. А что? Пойдем отойдем к нам прилавку. Не мешай этому работать. А у тебя что, мухоморы есть? А у меня все есть. И то, что тебе надо, тоже имеется. Ай, хорош, ай, хороший какой! Ну что ж ты у меня, дружочек, не высеваешься-то, а? Ай, ну давай-ка мы тебя еще разок попробуем. Ну что ж ты такое, Дмитрий Анатольевич? Я его уже чем только не кормлю, не растет и все тут. Ой, какой красивый. И в лоховее. Эх, Верочка, вот научимся мы с вами это чудо в культуре выращивать без проблем. Ну, тогда можно я вашей кандидатской подумать. Так, Дмитрий Анатольевич, я вам о чем говорю. Не хочет он жрать-то ни на бульоне, ни на белке. Я уже тараканьи крылья ему толченые подсыпала. Муху пробовала? Не растет он. Нет. Попробуй, на мухе должен вырасти обязательно. Добрый день. Здравствуйте. Профессор Марченко? Да, чем могу помочь? Отдел безопасности. Не уделите нам немного времени. Это за вами? Дмитрий Анатольевич, за что? Не знаю, Верочка, это наверняка какая-нибудь ошибка. Ты иди. Да, и муху не забудь в бульон бросить. А мы пока поговорим. Чем могу помочь, господа? Что вы мне рассказали, удивительно и почти невозможно. Но вы правильно сделали, что пришли ко мне. Мальчика действительно может спасти только чудо. И это чудо находится в одном из энтомопатогенных грибов рода кордицепс. В каком грибе, простите? Извините, вы же не микологи. И вам сразу трудно будет во всем разобраться. Профессор, давайте по порядку. Давайте. Я постараюсь. Дело в том, что среди микроорганизмов существует группа энтомопатогенных грибов, паразитирующих на насекомых. На насекомых? Да, да, вот посмотрите. Вот посмотрите. Возьмите книжечку, посмотрите. Эта группа микроорганизмов изучена очень слабо, но они имеют колоссальный потенциал. Вот, например, из рода Cordyceps militaris. Вырабатывает антибиотик кордицепин, обладающий противоопухолевым действием и антивирусной активностью. Так значит, существует гриб, который способен убить вирус, порождающий рак мозга? Видите ли, Анна Петровна, если бы это было так, у нас бы давно не было больных с опухолью мозга. Рак мозга мог бы вылечить другой гриб. Вот взгляните сюда. В Тибете давно уже из этих грибов делают лекарства, но держат это в строжайшей тайне. Так вы знаете этот гриб? Видите ли, изучение микроорганизмов идет очень медленно. И денег, как всегда, хватает на все, кроме науки. Но какие-то исследования проводились? Проводились. Но мало и бессистемно. Единственный человек, которому удалось максимально приблизиться к открытию, это Александра Виленна Ковальчук. Но и она не успела закончить труд всей своей жизни. Хотя именно ей удалось узнать секрет древних ариев, которые лечили опухоль мозга с помощью наших грибов. Вы сказали древних ариев? Ну да, древних ариев. А что вас так удивляет, молодые люди? Я понимаю, доктор, что это против всех правил, но и ситуация сама по себе необычная. Вы согласны? А как вы думаете, почему я до сих пор не выгнал вас из клиники в Заши? Доктор, вот поест грибочков ваш пациент и поправится. Я вам точно говорю. У меня в детстве ангина была, я шоколадку съел. И стал поправляться. Я серьезно говорю.
А где Бориска? Хочу вам показать кое-какую вещь. Вот смотрите. Вот смотрите. Видите? Вот это и есть тот самый кордицепс, который использовали арии. Сей древний свиток достался Александре Велине совершенно случайно, когда она еще, будучи молоденькой санитаркой, участвовала в тибетской экспедиции ОГПУ. Но тогда они искали таинственную страну Шамбала или, если хотите, Беловодье. Сюрприз за сюрпризом. Откуда вы знаете об этой экспедиции и ее целях? Александра Велина была учителем вашего покорного слуги, проводником в мир таинственных, волшебных, как мне тогда казалось, грибов. Александра Велена много мне рассказывала о той экспедиции. На этом свитке содержится пропись древнеарийского лекарства от рака, которую сейчас используют в Тибете. Есть много причин. Одна из них, самая главная. Никто никогда не мог поверить, что эти странные письмена могут хранить такой секрет. Над Ковальчук смеялись практически все коллеги. Ей пришлось на свой страх и риск организовывать экспедицию по поиску зараженного грибом насекомого. И она нашла его. Нашла его на Дальнем Востоке. Ей удалось выделить и вирус, и гриб, который его поражает. Ну так получается, что оно уже существует, и это лекарство? Увы, нет. Экспедиция Ковальчук была организована ею на собственные деньги. Ничего не было подготовлено, абсолютно ничего. Никакого оружия, разумеется. Короче говоря, Александра Велина Ковальчук погибла в тайге. Ну, несколько членов экспедиции тоже. Одному из местных проводников удалось спастись и сохранить некоторые бумаги Ковальчук. Он передал их мне. Но, к несчастью, они сохранились не полностью. И самое ценное – это вот этот обрывок свитка. Извините. Да, Олег, слушаю. Что? Как исчез? Выезжаем. Ань, мальчик пропал из больницы. Никаких Черт. Следов. Вы едете с нами. Собирайтесь. Так, следов борьбы не видно. Криков слышно не было, окно открыто. Кстати, почему открыто окно? Окно было закрыто изнутри. Я сама его закрывала, чтобы Бориску не продуло. А значит, получается, что дошел через дверь, схватил мальчика и выпрыгнул с ним в окно, так? Но охрана заявляет, что в здание из посторонних никто не входил, кроме вас и ваших людей. Ну, за наших людей и за себя я ручаюсь. Значит, что-то еще. Может, кто-то из ваших врачей. Вы как вообще следили за палатой? Ну, он спал, и все приборы работали нормально. Я думала, что... Что ты думала? Думала она. Сидела, кофе пила в сестринской или в ординаторской. Думала она. Ну почему всегда и во всем виноват наш персонал? Это же не я его похитила. Так, а ну тихо. Ох ты, боже мой. Приходите истерику. Ох ты. Алло, Корзун слушает. Да ну. Где? Понял, выезжаем. С Курского вокзала звонили, с отделения милиции. Только что видели мальчика, закутанного в простыню, похожего на Бориску. Садился в электричку в сторону Тулы. Один. По-моему, его никто не похищал. Ну, если это, конечно, он был. А это мы сейчас и выясним. Шустрые ребята у нас в милиции работают.
знать что. Потерять контактера. Ну ладно, Корзун Савина, следователь. Ну, Власовцы, ну, Герман. Со своим опытом. Он должен понимать, с кем и с чем имеет дело. Это все понимают. Савин и Корзун работают в «Энигме» вполне достаточно, чтобы понимать все не хуже нас с вами. Ну так тем более, мог бы сканировать его мозг. Я уверен, мы могли бы массу информации полезной узнать. А ты уверен, что мы не имеем шансов узнать гораздо больше? Ты не думаешь, что он мог бы отправиться к воротам в Беловодье, чтобы вновь попросить их о помощи? Вы думаете, такое возможно? А почему бы нет? Мальчик сумел повернуть опасный для планеты метеорит, призвав к себе на помощь силы Беловодья. С контактером такого рода мы на практике еще не встречались. Не так ли, Герман Андреевич? Это да. А значит, возможно, я повторяю, возможно, но не обязательно, он мог бы попытаться спасти себя с той же помощью. Возможно. Мои люди непрерывно контролируют область. Мы не пропустим ни малейший сигнал контакта. В этом я не сомневаюсь. Скажите, профессор, а имея выделенный из крови Бориски вирус, вы могли бы отыскать гриб, способный убить его? Теоретически, да. Но грибов тысячи, и далеко не все есть среди штаммов нашей коллекции. А на пробу уйдут годы. И идеальной находкой было бы насекомое, уже зараженное вирусом, и грибом-паразитом одновременно. Но это из области чудес. Ну хорошо, а если бы так все-таки вышло, вы могли бы придумать лекарство от рака? Со временем, конечно. Надо только определить, какое именно биологически активное вещество, выделяемое этим грибом, является искомым компонентом лекарства. Нет, профессор, это ужасно долго. Да. Наука, Анна Петровна, дело кропотливое. Но все же когда-нибудь практически любой эксперимент приносит результат. Принял, спасибо. Да, Володь, слушаю. Олег, едем к платформе 92-й километр. Надо сообщить старику, что мы на верном пути. Он просил докладывать каждые полчаса. Мы бы увидели его. Он пошел в лес. Он ехал сюда ради этого. Почему вы так думаете? Просто, может, у него началось помутнение рассудка. При опухоли мозга такое случается. Да нет же, он явно что-то ищет. Помните, он тогда просил грибов? Мы не поняли, а теперь после вашего рассказа, профессор, это же ясно, как белый день.
Да, он приехал в лес, чтобы найти конкретный гриб, который поможет ему вылечиться от рака. Это невозможно. Знаете, профессор, я тоже так думал, но поработав в одной организации, стал привыкать к мысли, что невозможно и возможно. Давайте разделимся, или так и будем продвигаться общей кучей? Давайте разделимся. Олег, пойдешь с профессором? А, ну ты, конечно, с Анной Петровной. Если кто-то что-то заметит или почувствует, то сразу сообщить товарищу. Пойдемте, Дмитрий Анатольевич, начнем с этого направления. Пойдемте, пойдемте. Ань, пойдем туда. Володя, подожди. Я бы на его месте пошла именно туда. Почему? Ну, не знаю, просто я уверена, что он в ту сторону пошел. Ну, пойдем в ту сторону. Тем более, пока нам все равно, в какую сторону идти. Он был здесь. Бориска! Борис, Олег, где ты, малыш? Двигайтесь к нам. Мы здесь кое-что нашли. Идем по его следу. Двигайтесь на юго-восток. Да. Пульса нет. Опоздали. Черт. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, спокойно. Олег, я, кажется, начинаю верить в то, что невозможное возможно. Это он и есть. Кордицепс Коваленко. Он все-таки нашел этот гриб. Я не хочу никого утешать. Терять людей всегда горе. Детей вдвойне. Да что говорить. Всем все понятно, Вадим Кириллович. Мы опоздали всего на несколько минут. Может быть, я могла идти быстрее и... Нет, Ань. Мы бы все равно его не спасли. Болезнь развивалась слишком стремительно. Врачи вообще не понимают, как он добрался так далеко. Ты ребенок Индиго. Не будем забывать об этом. Пока никто не может определить возможности этих детей, ясно только одно. Дети Индиго имеют гораздо больше шансов стать обладателями знаний, которые мы безуспешно ищем сотнями лет. Я уже распорядился, чтобы наш специнтернат поставили дополнительную охрану. Да, эти дети... Потенциальные контактеры с Беловодьем. Именно эти их возможности мы и будем изучать. Дело не в том, контактеры они или нет. Дело в другом. Эти дети чувствуют опасность, грозящую людям, и делают все, чтобы предотвратить ее. Даже ценой собственной жизни. Бескорыстно. Вот чему следует у них поучиться. И если мы хоть немного приблизимся к тому, чтобы стать похожими на них, возможно, таинственное Беловодье позволит нам прикоснуться к знаниям ариев.
И войти в ту страну могут только те, кто чист душой и у кого в голове только светлые помыслы. Вадим Кириллович, вы действительно считаете, что Беловодье существует? Я доверяю только фактам, Володя. А факты на сегодня показывают, что благодаря этому ребенку Индиго люди очень скоро, возможно, получат лекарство от рака, которое досталось нам в наследство от цивилизации ариев.